Урок безопасности железнодорожники провели прямо на производстве. Начали с экскурсии по депо для ласточек. Рассказали, кто и как обслуживает эти популярные в Сочи электрички. Затем переместились в учебный класс. Эта часть урока особенно понравилась школьникам. Им разрешили попробовать себя на специальном тренажере. Это полная имитация тренажер нашего электропоезда «Ласточка». Здесь машинисты наши учатся. Организаторы акции объяснили, так наглядно дети смогут понять, как устроена электричка и что это сложное устройство при появлении препятствия на ЖД-пути мгновенно остановить просто невозможно. Озвучили печальную статистику. За последние полгода на железной дороге в крае пострадали 6 подростков. По мнению организаторов акции, такие уроки безопасности помогут в дальнейшем избежать подобных случаев. Мы эту работу начали уже с 2013 года перед Олимпиадой. Ежегодно в преддверии именно Дня знаний ее проводим. И видно, что вот на данном полигоне, будем так говорить, это Туапсе, Сочи, Адлер, Роза Хутор и Олимпийский парк. Практически случаев таких нет. Закончился урок показом короткометражного фильма о том, как нужно вести себя вблизи железной дороги.